Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать вам немножко о моем фикусе. Ну, ему года 3, наверное, от силы. Покупала я его в БУ-центре. Он у меня был изначально такой одной палкой. Вот по типу вот этого, который вот здесь, во втором горшке у меня сидит. Вот такая была палка. Она у меня, наверное, за год вымахала настолько, что, в принципе, от подоконника она практически дошла до верха окна. Ну, что с ним делать? Я взяла, оттяпала ее. Вот, если это присмотреться, вот видно пенек такой. Некрасивый, да, согласна. Но хотелось, чтобы он кустился. Я, конечно, такой цветовод знатный, поэтому как правильно делать, никто, как говорится, не учил меня. Ну, что сделано, то сделано. Отрезала, чтобы молочко не бежало, чем-то присыпала каким-то антисептиком и прижала ваткой. Ватка так и осталась еще до сих пор на нем. В итоге, что? Слава богу, выжил. Дал боковые побеги. Конечно, не так, как хотелось бы. Я вообще изначально мечтала, думаю, ну все, сейчас обрежу, будет у меня по типу елочки. Такая, знаете, пушистенькие, веточки в разные стороны, красота. Что получила я на выходе? Ну да, веточки появились у него. Но как-то они у меня почему-то не в разные стороны, а в одну сторону две веточки и в другую сторону две веточки. Видимо, что-то я не так обрезала у него. Или как-то, или что-то не так, или как-то не так. Ну, на выходе что получилось, то получилось. Итак, макушку я у него, часть ствола обрезала, поставила эту макушку в воду. Через полгода он меня дал корешки, и на выходе вот оно у меня сидит в другом горшке. Это макушка. Опять же растет вот такой палкой. Не знаю. Может быть, так и надо, чтобы фикусы росли палкой. Почему они не кустятся? В каком месте ее прищипнуть? Как правильно это сделать? Конечно, если кто-то подскажет, как правильно, буду безмерно благодарна. Ну, по крайней мере, фикус жив. Надеюсь, что здоров. Ну, поскольку раз он кустится у меня, раз растет до сих пор, значит, все окей у него. Вообще фикусы мне нравятся, я люблю. Люблю зелень, люблю вот такое. Даже не знаю, не представляю вообще, вдруг он цветет. Ну, пусть цветет себе. У меня не цвел, честно скажу. Фикус у меня впервые. Раньше никогда не было. Вот, как-то вот так вот он у меня вырос. Не знаю, хорошо это или плохо. Если кто даст какой дельный совет, как правильно обрезать его, чтобы кустики росли, чтобы веточки у него росли в разные стороны, по типу елочки, ой, буду безмерно благодарна. Очень бы хотелось. Жду ваших комментариев, жду советов. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что заходите ко мне. Всего доброго. Пока-пока.